Значит, при проведении оперативно-профилактического мероприятия при Мегадрайве, значит, были задействованы полностью личный состав Медионского ГУВД и УВД ХМАО, были выделены дополнительные силы с прилегающих горевых органов в количестве 100 человек. Говори! Я свободен! Молодец! Все, жди! Много таких вот гостей пришлось сегодня задержать и приводить в чувство. Да, таких крупных правонарушений допущено не было. Старались с гражданами, прибывшими здесь, быть предельно вежливыми. И они шли на встречу. Поэтому шутками, прибаутками, но все-таки конфликтные ситуации были улажены.